Вчера ветераны отмечали очередной день рождения, но многие из них называли друг друга коллегами. И на самом деле по отношению к жизни, по мастерству, это не ветераны, это люди, которые тем не менее, независимо от того, сколько их лет, идут вперед. Они попытались даже спеть песню «Комсомольцы-добровольцы». Я думаю, что и этот зал тоже мог бы спеть эту песню. Когда поют ветераны, внуки мирно спят. Дожить нам нужно до 100 лет Уральского федерального университета, но и до настоящих 100 лет. Желаю всем участникам нашего прекрасного хора счастья вам и здоровья. Аплодисменты.